112. Именно этот короткий номер, пожалуй, самый известный в стране, набирает каждый попавший в беду. Скорая помощь, полиция и спасатели. Именно эти люди всегда готовы прийти первыми на помощь. Ежегодно МЧС России спасает более 250 тысяч жизней. И 27 декабря герой отмечает свой профессиональный праздник – День спасателя. Прожит непростой год. За этой короткой фразой длинный перечень решенных сложных задач и невероятные результаты. Об удивительных случаях спасения, поступках, граничащих самопожертвованием, иногда удается узнать не сразу. Спасатели – народ скромный. «Ну, спасли и спасли», – говорят они. Работа, мол, такая. Однако спасательский труд тяжелейший, выполняемый порой на грани физических возможностей. Не первый выезд, но один из первых, который я помню и с улыбкой вспоминаю. Девушку мы снимали. Этаж 6 или 7, не помню сейчас точно. Ее родители дом закрыли, она вот перелазила, решила выйти через соседей. То есть туда прошла, по балкону сосед дома не оказалась, пошла обратно, оступилась, встала в ступор и стояла до нашего прибытия. Так вот мы ее снимали. Спустился с верхнего этажа, одной рукой сам держался, второй рукой перекидывал ее на балкон. А девушка была в теле, ну, крупнее меня. Пришлось постараться. В момент работы страх не ощущается, потому что на адреналине работаешь, такого нету. Может, потом приходит, да. Она бывает, когда обдумаешь ситуацию, анализируешь. Александр Григорьев в службе спасения уже 16 лет. 11 из них возглавляет одно из 4 поисково-спасательных подразделений. За его спиной более 10 тысяч выездов. И в этом году он уже в 5-й раз стал лучшим спасателем Республики Башкортостан. Но основная масса у нас это бытового характера, это вскрытие дверей. Не просто вскрыть дверь, бывает так, что ребенок закрылся, либо кому-то за дверью плохо. Дорожное транспортное происшествие, выезды на пожары, поисковая работа, водолазная поисковая работа, всякие завалы, обвалы, обрушения, ну, всякого такого разного характера. Пришел в службу спасения Александр не один. Воодушевившись рассказами о работе, примеру последовал и его брат Анатолий. Все эти годы службы братья работают плечо к плечу. Чем вот отличаются вот спасатели, пожарные и остальные? У них вот у пожарных узкая направленность, они вот только чисто на пожары ездят, у полиции тоже. А мы все, мы и на пожаре, и с полицией вместе сотрудничаем. У нас широкий профиль. Каждый спасатель универсален, он осваивает как минимум 4 специальности. По-другому никак. В завалах и в дыму нет времени ждать специалиста, нужно все уметь самому. Для этого спасатели ежедневно занимаются, получают новые профессии и сдают экзамены по старым. Между выездами, которых в день от 10 до 15. Порядок должен быть везде, во всем. Тут снаряжение лежит дополнительное, которое мы с собой не возим, ну, забираем по необходимости. Видите, здесь агрегаты разные, электростанции, мотопомпы. То есть будут завалы какие-то, будет вот отбойный молоток используется, будет световая башня используется. Сейчас в данный момент холод на улице, да, то есть снежные заносы будут. Будут использоваться палатки для пункта обогрева, тепловые пушки. Они всегда первые там, где нужна помощь. В завалах разрушенных строений, в дыму и огне пожаров, в искореженных транспортных средствах и на затопленных территориях. И даже когда все отдыхают. В этом году свой профессиональный праздник, так же как и Новый год, Александр проведет на работе. Но мужчина не расстраивается. По его словам, спасатель должен быть всегда начеку. Алсу Хафизова, Роман Попалышев, городской телеканал ЮТВ.